Пройти нельзя, раз. Во-вторых, это все побросали, поломали, его же надо убрать. Ну, бесхозяйственно, зачем она нужна здесь? Жильцы, в гараж ему идти, надо обходить с той стороны. Так бы он здесь прошел и пошел. Вот стелили, видите как. Ну, те я их не виню, кто это делал, потому что они наемные люди. И меня что сказали, то не сделали. Вот. Ну, а сейчас бардак какой. ЖКБ говоришь, они, надо, убирайте. Как это так, надо? Мы же кварплату платим, все платим, а убирать мы должны. К слову, этот дом находится в управлении той же жилищной организации, про которую мы рассказывали на прошлой неделе, где жилищный фонд отказал жильцам в ремонте подъезда. Сегодня нам удалось связаться с директором этой организации Николаем Черновским, но комментировать про эти сложившиеся две проблемы он отказался и предложил сделать официальный запрос. Мы продолжим следить за развитием событий.